Дизель-шоу повертається. Після вимушеної перерви артисти знову повні сил і наснаги. Номери, які уже давно полюбилися, та нові жарти. Свій всеукраїнський тур дизелі почали із Полтави. Эту встречу мы так ждали. Привезли большой привет. И со старыми друзьями эти строчки будем петь. Дизелі в один голос повторюють, що дуже скучили за глядачами. Ми 3 місяці сиділи вдома. Кожен у нас по-разному відновлювався після аварії. Різні, да, були степені тяжкості травми. І от, наконец-то, ми всі почали как бы, ходити, всі дружно. Да. І, звісно, ми вже от просто рвались в тур. Вже хотілося їхати, хотілося сцени, хотілося. Прям сильно ми залежались, чесно. Ми соскучились за зрителем, соскучились і за сміхом, і за аплодисментами, і за тими світлими слізами, які вони нам подарили. Сьогоднішній концерт, він... первый в туре, и он, в принципе, как первый в жизни был. Знаете, каждый раз я удивляюсь вообще этому процессу. Вроде бы уже столько было концертов, такой опыт, но ты каждый раз испытываешь какое-то особенное волнение перед каждой встречей со зрителями. Очень не хочется не оправдать их надежды, очень не хочется услышать... тишину вместо смеха. Это вот такие будни артистов, они постоянные, качели туда-сюда. Смешно, не смешно. Примут, не примут. Чего ты нервничаешь так, внучек? Тебе успокоиться надо. Надо! Дай телефон, да. На, вот к уху приложи. А кто это? Это пенсионный фонд. Слушай, розслабляйся, а ніж все одно трубку не возьмуть. Жарти від дизель-шоу якісно відрізняються зрозумілими і близькими кожному темами. Цікаві вони як чоловікам, так і жінкам будь-якого віку та професії. Мільйони українців уже стали глядачами скетчів і цитують жарти дизелів. Імена акторів відомі багатьом, але не усі здогадуються, скільки роботи за легкістю гри на сцені. Это глупо, когда люди думают, что вот, вышел, там что-то сказал, ляпнул, ну выйди, скажи. Ну, к примеру. Это тяжелый труд на самом деле, и как физический, так и эмоциональный. Моральный труд очень тяжелый. И я, например, честно скажу, да, когда меня спрашивают, а вот сыновья твои будут актерами, артистами? Я говорю, я не хочу им такую, ну честно. Не хочу. Ну, если они захотят этим заниматься, ну, я дам там пару советов, грубо говоря. Но по-честному, я не буду их туда тянуть. Ні в коем случае. Тримати себе в ідеальній фізичній формі теж важко, зізнаються актори. Очень сложно, потому что только что пришла Женя Смородина, теща, которая принесла огромный торт, очень вкусный, очень сложно отказаться, и вот только что я немножко прибавила килограмм, потому что уже съела огромный кусок. Не знаю, как я буду с этим справляться, зарядку придется делать. Вика делится своими коронными вправами. Честно говоря, Яна и Егор всегда говорят, Вика! Тебе ничего этого не поможет. Но вот я напрягаю заднюю часть бедра, и, если будет видно, вот так подкачивается она немножечко. Олександр Бережок Полтаву назвав одним зі своїх улюблених міст. Зробив комплімент нашій м'якій воді і згадав, що його рідна тітка теж з Полтави. Самый-самый-самый-самый тихий город на планете, вообще, в котором можно гулять в любое время и не бояться совершенно ничего. Где голуби, боишься просто наступить на голуби, которые настолько наглые, что просто даже не отходят от тебя. Когда в парках самые милые пенсионеры сидят, когда здесь можно пойти поесть конкретных галушек, таких вареников. Такая Украина, вот такая прям вот сердце какое-то Украины. И дай Бог вам стучать. Правильно стучать, не волноваться, а просто качать правильную украинскую кровь на всю нашу страну. Мило, вкусняча Полтава. Дякую за прийом і до зустрічі наступного року. Грандіозно оновлену програму і всеукраїнський тур актори присвятили примі гумору Марині Поплавській. Ми хочемо зібрати, як говориться, аплодисментів їй туди, аплодисментів. Ну, на самом деле,
Без нее сложно. Сложно, морально сложно. Это такая у нас был хрустальный танк. Да, человек, который неимоверной доброты. Мы понимаем прекрасно, что зрители, они же сейчас смотрят на нас, а как вы, вот как вы будете без Марины, как, ну. Мы стараемся, ну, не упасть, как говорится, стоять ровно, продолжать шутить, но в то же время мы помним. Дизелі пообіцяли і надалі атакувати глядача якісним гумором і вірять, що Марина завжди з нами.